Гагарина. Родину Андрея, Вовки и Витьки. И Лена. Ну, Лена на ферме родилась, а это родная улица Андрея, Витьки и Вовки. Ну а что, что есть, то и есть. Чем? А что, они не знают, что они... Слушай, ты там можешь дубленку продать в какой-нибудь это один печатный. А зачем? У них своих хватает там. Хватает, да? Да. Показывают это все по телевизору у нас. Только не русские каналы, а немецкие. А у нас сначала заправляешься, потом платишь. Ну, у вас там вера, а у нас не верят еще никому. Не, нам доверяют, но проверяют, там видеокамеры стоят. Угу. Твою машину с четырех сторон смотрят. А если ты вот заправился и уезжаешь, так трехать или порезать? А? Развалины, да? Пока еще нормально. Только что вот это трясет, и оно теряется резкость. На автомате. Дорогих-то у нас не характерно. Не, у нас тоже бывают нехти. Иногда попадаются такие же самые участки. Вот левее так держись, Лев, потому что там будет у нас кинотеатр Пустанай.
полицию я не снял почему-то. Одним глазом не видел. Да, еще будет. Не раз. Кинотеатр. А теперь что тут? Так и остался? Да, да. Там что-то такое. Это казахская МТФ, школа. Это казахская. Банк там еще есть. Банк. Вот здание справа, красиво, может, это написано. Где? А вот это? Здесь аптеки, как за границей. Магазин на магазине, аптека на аптеке. Заправка на заправке. Так вот слева снимаю здание. Я не успеваю быстро. Не, а я просто резко стеряется, когда я быстро перевожу камеру, потом настраивается. Ну. Вот мадам через дорогу перебежала еще. Тут кошка черная, в черном пальто, да? Да, театр, да, вспомнил теперь. Справа. Областной. Это не детский. Аптека. Центр, а мы снимаем. Справа детский мир. Не, просто я прямо. Все нормально. Слева и справа нет. Так вот здесь, кто учился, то можете. Вот магазины, гешефты. Расторможен. Расторможился. Что хоть узнал, да? Вот здесь. Выгнала. Точно не пропустит. Скажет, выдали тайну, где готовят к тому же. Государство не важно. Так, это КЖБИ, ой, как ее? Как она называется? Сложный вокзал, да? Прямо. Подъезжаем к железнодорожному вокзалу. Подъезжаем. Там где-то и паровоз должен стоять на путях. Да, стоит паровоз еще? Стоит. Не увезли его? Стоит. Еще не сдали. И там надежно. Мешает. Там амортизация бешеная. Хорошая. Ничего не боится. Ну вот так тряслись в автобусе из Челябинска. Всю душу вымотали. Казахстан, 2030. И кресло не работает, чтобы разложить. Да вот так сидишь, выполним новую программу, будем жить как в Германии. Так, где будем становиться? Ну там, у последнего вагона опять. Там? Да. Кустанайский же пост пришел, что ли? Нет, Москва. Ну, почитаем. Москва.